обувь. С небольшими весами. Тапка. В белых валенках. Так что начнем тогда, да? Мы начнем. Мы начнем. Ну, тут смазано, да? Нормально? Да, сейчас намажем еще. Давай, смазан. Угу. Так. Есть. Теперь вот там узел, смотри. Ты-то этот, как его? Как этот? А ну, прямо. Видишь, чуешь? Где она? Ну, там у нас потёк. Вот. Ну, да. С тобой легче. Само собой. И вот здесь вот еще сильнее. А? Можно притереться. Ну вот я смазываю. Давай. Можно лизать, лежать и облизывать. Ну что, все смазано, да? У меня после этого занятия вот эти мышцы, Дина, когда вот это приподнимал, вот эти мышцы, три дня я как это ходил. Болели, да? Да не просто болели, а конкретно. Болели. А у меня как вот этот нож под лопатку тогда я делал, сюда, так она особо там более-менее отошло, не отошло, но я сегодня буду пробовать. Вот. И потом от занятий начали побаливать коленки. Как ты позанимался, не коленки. Ну так он проходит к следующему занятию. Вот. Ты опять позанимался этой. Ну и спросил, что там, как там. Да, говорит, ну, идет там трансформация, перестройка. Да, мы повесим большие блины. И пойдем дальше. Давай, не пришли. Так, вот так вот. Ну, смотри. Вот. И что я еще боялся, вот это, когда это я 300 килограмм поднял на плечах. Я боялся, то, что у меня что-то здесь вот, знаете, от этого. А потом как-то вот более-менее, я так готов 300 килограмм. Ну, можете там посмотреть мою рожу. А заодно глянуть, как я вытащил на удочку 3700 сазанчика. На пруду? На пруду, да. С самого начала. Удочка заколыбалась, я его. И погнал. Повисли. Так, смазались. Камеры включены. Да, ноги поджимать, как говорится, не надо особо. Она тогда лучше расслабляется. Вот. Поясница расслабилась, так что. Расслабилась, это хорошо, да? Энергетику. И вперед. Вес взят легко. Как один там этот. Благородный. Дальше пятки подвинул. Сейчас было легче, чем в прошлый раз. Ина, не торопись, сосредоточься. Легче будет. Опа.
с ружья выстреливает. Хоп, хоп. Тяжело? Да больно пятку. Так, сейчас подожди туда. Ого. Есть, да? Есть. Ну, тяжко пошел, будто не было, но тяжко пошло. С утра наберемся. Скоро надо предупредить, что они подорожали. Предупрежу. Ну, хочет, пусть хочет. И сдохли. Пошло? Понятно. Уменьшать надо. Если это получится. Опа. Если сейчас получится, будет интересно. Я еще раз попробую. Молодец. Потянул. Не так больно. Ну, сделаю подкладки. Специально. Давить. Опа. Ту 560 тянул, ничего. Я 560 тянул, у меня запас был. А сейчас я 550, и я никак. Да. Сейчас чуть-чуть вошло, самую малость. В руках легче стало. Привлек чуть-чуть. Я 160.
появится. У нас длинная доставка, поэтому... Сдюжил, да? Ну, подержать. Ты начал криво давить. Ну да. Более ровно. К концу я так не смотрел, это русские яйца, да, передать. Пробежал эту полосу. Ровненько дави. Неровно лег, наверное, как-то перекосилась эта спина. Не знаю почему. Открываем шахту, да. О! Да? Как-то оно вот так вот. Костик. Совсем другое дело. Одна. Тебе пустить, да? На одну. Сало. Все-таки ты понял, да? Упираешься. Внизу не можешь опираться, но мне сверху неудобно. Ага. Ну хорошо, ты задвигай, да и все. Ага. Хорошо. Пошла. Как, пробила? Да, ну, кстати, подготовка была тяжелее, чем само упражнение. Большую? Да. Так, это 400. Это 440. Да. 440. Опа! 440. И еще. 500. Ты сразу на 500. Ну, в принципе, можно даже и разрывать. 500. Так. Это один там штангист рассказывает, Алиев тренер, а там про него, ну, ходили разные байки, он там 160 не порвал, забарали. И потом в спортзале, значит, шел в спортзал, сидит на штанге 160, он ничего не делает, но ну, там смотрел, смотрел, сейчас я ее порву. Да ты что, не разминавшись, бах, порвал ее, ё-моё. Говорит, потный потом весь. И что мне из другого говорит, вот, что-то там он порвал, и надо там толкать. Я говорю, ну хрен ты, в толчке разминайся, ты же уже порвал, давай толкай. Давид Адамович. Ну, я ему посмотрел, у него костяк. Сама кость. У меня вот так, а у него вот так, только вот так. Он такой маслостый. Маслы.
Я зазевал уже. А? Аж зазевал. Да? А еще погода меняет. Ощущения непонятными здесь, да? Вообще. Совсем не так, как в прошлые разы. Да каждый раз по-новому. Ну, тем более, это похоже было, а это не похоже ни на что. О, седалище такое, да? Сильнее хочется еще смотреть. Сегодня какой-то день непонятный. Нет прихода. Сейчас попробую. Расскажу. Не торопись, по самочувствию все. Помочь, если тебе скажу. Не-не-не, пока знаю. Надо попробовать будет, как ты вот это. На одну ниже. Пошла, родимая, да? Да, плотно, но пошло. Подожди-ка, завернула. Сейчас. О, все, Валера. Да? Ну да. Ох ты, ё-моё. Тоже? Тоже? Угу. Тоже, тоже, тоже. Ох ты. Ё-моё. Чувствую, мужик, соскочи. Соскочи. Бленда свои. С седла. И ничего не шевельнулось, да? Ну давайте я попробую. Подожди, подожди, не убирай. Давай сейчас я еще попробую. Этот же. Ну давай. Что-то хрустит, а не поддалось. А, хорошо. Действительно, за это все. Но состояние пошло, я вижу. Так. Ну что, заключительное, да? Ну, погорелись, 570. Давай, заключительно поубираем эти. Так, сколько мы оставим?
Ну, по одному берем. Погода. Отлично. 440. Да. 4 килограмма, давайте считать. Так, себе там перестал? Нет, он беру перестал. Оу! Пищевой не заработал. Есть, да? Так, на хату подстраиваемся. Немножко чувствуется, да, это ж вот жара, вспотели, нырнул в бассейн и все. Раз, проблема. Ага, спишь под вентилятором, вроде лег нормально, все хорошо. И хватит, да? Глядушка не в пиву свою. Одна красная, одна белая. Да и моя. Цены попроснулись. Возмущается, а что, подорожало? Это с таким прям неподдельным этим. Хорошо пошло, только ты весь стал мокрый. Шапку не стал я дальше давить, но колоснул я ее, да? Нет, он приподнялась. Приподнял, ну нормально все.